А рядом со мной Андрей Владимирович Пятницкий, главный тренер молодежного состава «Спартака». Андрей Владимирович, очень хорошее начало, очень хороший первый тайм. А готовились именно к такой игре? Да, в общем-то, предполагали, какой возможный будет состав у команды соперников. И, в общем-то, почти на 100% угадали и понимали, что в турнирной таблице, в общем-то, нас разделяло всего очко. Плюс, наверное, то, что на игре присутствовал главный тренер «Урала», да, Александр Федорович Тарханов. Конечно же, это мотивировало соперника, но и мы без этого понимали, что игра будет сложная. Но нам нужно было мало того выиграть, да, еще и реваншироваться за обидное поражение в первом круге 1-6. Андрей Владимирович, ну тогда все-таки был другой тренер в команде. Показал, что второй тайм более спокойно сыграли. Установка какая-то была? Знаете, наверное, проявили какую-то небрежность, наверное, поверили в успех в конечный, проявили небрежность в действиях, за что сейчас будет втык, да, но думаю, что все-таки ребята молодые, наверное, им свойственно раньше времени поверить в победу, где-то сделать ближе к концу игры, когда все-таки есть какая-то усталость, неоправданную какую-то ошибку, но, в общем-то, наверное, это молодость. Один из лидеров молодежной команды, Владислав Пантелеев, был заменен. Почему заменили его? Ну, вы знаете, вот из-за тех небрежностей, из-за тех простых ошибок, в общем-то, стали где-то проигрывать центр поля, да, решили просто усилить. Будем так, выпустили игрока средней линии оборонительного плана и где-то более-менее успокоили. Успокоили игру. А как будет команда готовиться к следующему матчу, Андрей Владимирович? Все в штатном режиме. У нас каждая игра, следующий соперник тоже выше нас в турнирной таблице. И, в общем-то, первый круг боролся за первое-второе место. Все в штатном режиме, в недельном микроцикле. Спасибо большое. Благодарю я главного тренера молодежного «Спартака» Андрея Владимировича Пятницкого.